Я приглашаю вас на территорию КХЛ. Наш герой сегодня – Владимир Крикунов, ярчайший тренер в истории российского хоккея. Его высказывания, его победы стали ее частью. Он выиграл медали с национальной сборной, выиграл чемпионат России, но финал его карьеры состоится здесь, в «Нефтехимике». И, возможно, нам удастся узнать, почему хоккейная миссия в Нижнекамске стала для него одной из важнейших. Трудно представить, что в российском хоккее не будет этого человека. Есть те, кто является поклонником его таланта, есть те, кто его не любит, но и те, и другие не будут спорить. Владимир Крикунов – один из самых заметных и колоритных тренеров КХЛ. Открытый, честный, иногда чересчур. Ни одна статья, ни одна скандальная публикация не заставила его закрыться, в отличие от многих его коллег. Даже пресс-конференция с участием Крикунова никогда не будет сухой и скучной. Порядочность, наверное, такую, честность, по крайней мере, да. Честность, наверное, одно из таких определяющих качеств этого человека. Хоккей для него начался полвека назад. Тетя из Москвы прислала в Кирово-Чепецк подарок – хоккейные коньки. К тому моменту он больше любил футбол, занимался вместе с Александром Мальцевым, но потом судьба развела их по разным городам. Лучшие годы защитника Крикунова прошли в Риге, тренером он стал в Минске. Окреп в Словении, придя в Акбарс, завоевал серебро чемпионата России. Затем единственный раз в истории вывел Белоруссию в полуфинал Олимпийских игр. Золото в России было лишь однажды, с московским «Динамо» в 2005-м. В командах Владимира Крикунова впервые заблистали многие звезды хоккея. Трезво оценивает свою команду, знает, что сюда пришли не за деньгами. Но они идут в «Нефтехимик», то уже когда больше их никуда, наверное, не взяли в основном, да? Так, последние года, может быть, немножко так мы стали повыше, как бы, да? В этом плане, в связи с тем, что, наверное, все-таки много лет клуб довольно стабильно выступает, и все. И ребята приходят и остаются, когда поиграют. Тут, там, тот же Коукал не захотел, скажем, уходить в этом году из команды, хотя у него были предложения и получше. В какой бы команде он ни оказался, она становится более доступной. Так было даже с Акбарсом, где благодаря его авторитету открывалась любая дверь. Хотя менеджмент, судя по всему, и просил его ограничиваться пресс-конференциями. Да и в Нижнекамске внезапно все становится открыто для посещения. Впервые КХЛ ТВ попадает на режимные объекты клуба. А здесь вообще журналистов не бывает. База «Нефтехимика» — строго закрытый объект, находится в черте города. Она не так помпезная, не так велика, как база «Акбарса» в Казани, но очень уютная и есть все, что нужно. Здесь три площадки – теннисная, баскетбольная, футбольная. На территории есть два корпуса, в них заключена вся инфраструктура, необходимая для функционирования команды, для подготовки к матчам. Они возводились не сразу, постепенно, когда появлялись деньги. Но главное – это все-таки ощущение уюта. Здесь много яблонь, благодаря которым у ребят всегда есть зимой настоящее домашнее варенье. Но и они вносят свою лепту в красоту этого места. Игроки и тренеры сами своими руками высаживают здесь елочки. Поля этого футбольного тут не было ничего. Все потихонечку так. И зала этого не было. Плавательного бассейна там ничего не было. А тут, вот я говорю, у нас собрание тут проходит. У нас же команда, есть и христианская, и мусульманская, эти картины. Все здесь, проектор стоит здесь, все тут. А это вот как рисуем. Раз что-то разбирали, да? Да, что-то разбирали. Это перед последней игрой с Новосибирском, как они атакуют, по-моему, 5-4, да. Большинство как раз рисовали. Покажите, это, да. Игра тоже закончилась? Ну, игра закончилась, но нам же еще играть с ними. Какая разница-то, в принципе? Ну, они атакуют отсюда у них, да, с этой стороны. Это сюда затаскивает, или сам бросает ее сюда, или этому отдает, и этот бросает, да, сюда, все здесь. А здесь они тут двое, еще один подключается, защитник, трое их получается. Они тут плотно довольно работают, там, надо было, как их перекрыть. Ну, один пропустили, правда, все равно, но так вроде бы справились. Кто еще в КХЛ отважится столь прямо говорить о тактике? Чаще бояться. Крикунов ничего не боится. В хоккее он все прошел, знает всех соперников, даже игры может не смотреть. Я же в основном-то знаю всех. Я тренера знаю, мне этого достаточно, в принципе. Потому что стиль тренера редко меняет, да. Скажем, если Йортика работает, Хабаровский он работал,
Я уже знаю, как он работает. И с адмиралом мы начали играть. Я его еще не видел, как у него адмирал играет и что в Донбассе. Я уже знал, что, как он будет и что они будут делать. И оно так и есть, оно так и идет. В техническом оснащении «Нефтехимик» не уступает грандам. Для восстановления хоккеистов есть аппараты, которыми даже в Казани не могут похвастаться. Это чудо японской медицины, возможно, единственное в КХЛ. У других китайские аналоги. Тренирует сердце, заставляет его работать в полном объеме. На тренажере Богдан Якимов, сейчас главный воспитанник Нижнекамска. Природа одарила здоровьем. Современная техника и мудрость наставника дадут то, без чего профессиональный хоккей немыслим – способность восстанавливаться. Пока что сил хватает лишь на две игры. Третью подряд не тянет. Вся работа тренера как раз на том построена, чтобы игрока поднимать, да? Чтобы он лучше был от игры к игре, от тренировки к тренировке, там, да? Все время рос. В любой комбинации должно быть два выхода. То есть, если тебя перекрывают так, ты делаешь вот так, по-другому, да? И все, и тогда очень сложно удержать как. Владимир Крикунов, конечно, искренний и отзывчивый наставник, но тренировки у него не подарок. Об этом знают во всех российских командах, об этом ходят легенды, именно поэтому у «Нефтехимика» никаких проблем с физподготовкой быть не может. Все упражнения старые, добрые, проверенные. «120 и еще по 3 красных с каждой стороны». Крикунов – тренер-диктатор. Он сам подбирает тренажеры под каждую тренировку в зале. Система выстроена годами. Игроки должны довести до автоматизма все, что он от них требует. Беспрекословно. Есть вопрос-то, как ты сумеешь донести до них, до ребят, как это надо делать, как выполнять это, и какие проблемы у них возникнут в игре, если они будут делать это по-другому. И все, вот все, весь секрет тренерской. Любая комбинация может научить, но ее надо исполнить. Так же, как и тренер. Все делают, в принципе, одни и те же практические упражнения. Весь вопрос только в том, как их делают твои подопечные. Результат ждут в конце сезона, но чемпионат нужно пройти ровно. Все подчинено этим целям. Много тренировок, большие нагрузки. Если хоккеист пришел в его команду, нужно стиснуть зубы и работать. До плей-оффа никто ждать не будет. Вон уже 4 освободили. Если до плей-оффа у нас ждать, как в НХЛ, то до свидания, работу потеряешь через месяц. Думаю, что не надо переходить на маленькие площадки. Так хоккей интереснее. Там же дефицит времени. Да, такие талантливые игроки, как Дацук, которые могут рисовать, там, создавать и творить на такой маленькой, или Малкин там, на такой маленькой площадке, да, они могут это делать. Но таких игроков единицы. Если мы пойдем на эти маленькие площадки, игра упростится до полного безобразия может. На льду Крикунов все делает сам. Сам дает задания, сам следит за выполнением, сам ругает за ошибки. Всегда в эпицентре тренировочного процесса. Английским не владеет, но каждый иностранец его понимает. Это, можно сказать, тоже талант. Конфликтовать с ним никто не хочет. С игроками, ну, приходится с игроками, бывает. Я сказал, что мне, как бы, с игроками, в принципе, конфликтовать не за что. Если они не нарушают режим, если они работают хорошо, все. У нас нет никаких проблем тогда, да, мы спокойно работаем. Но если игрок начинает, конечно, заниматься не тем, чем надо, да, или плохо тренируется, тогда, да, приходится уже тогда. Но это они вынуждают, а просто так ругаться там, ну... Жесткий мужчина, так сказать. Ну, конечно, хороший тренер с многолетним опытом, наверное, советской закалки. И поэтому, честно, давно так много не работал, как в Нижнекамске. Очень требовательный, четко знает, что нужно. Своя система у него, которая дает результат. Вот. И она работает. В основном, конечно, он говорит какие-то ошибки. Вот. Но иногда хвалит, вот, редко. Поэтому его похвала, как бы, всегда приятно слышать. Я никогда не видел таких тренировок. В Северной Америке этого не встретишь. Непривычно. Другой стиль, другой подход. Все у него по-другому. У нас хорошие отношения. На хоккейном поле он тренер. Нет авторитетов, все равны. В жизни очень отзывчивый человек.
Тьфу-тьфу, как бы не сгладить, а то как не скажу, так с кем конфликт. Я уже давным-давно в хоккее, как бы уже 30 лет практически. Главным тренером только работаю, плюс еще сам играл сколько-то. Поэтому ругаться уже устал, наверное. Молодой был, помоложе, наверное, ругался. Вот все говорят, что вот тут молодые тренера, там они там так и сяк, там игроков там и вплоть до рукоприкладства доходит там и все. Ну, это новое поколение, наверное. Мы молодые были тоже, бить не били игроков, конечно, ругаться ругались посильнее, чем сейчас. Интерес. Владимиру Крикунову по-прежнему интересно. Новые хоккеисты, новые тренеры, другая лига. Он с хищным интересом ждет встречи с грандами, с теми, кто обладает лучшим составом, но уступает наставнику в опыте. Ему в такой игре нечего терять. Вместе с Валерием Белоусовым они друзья 76-го года. В сборной жили в одном номере. В прошлом сезоне Крикунов с Борисом едва не выбил из розыгрыша трактор. Удача улыбнулась Челябинску, когда у Астаны выбыли два вратаря. А так неизвестно, кто бы еще был в финале. Колоссальный опыт, колоссальная уверенность в себе. Умение мгновенно принять решение, которое часто и является определяющим в работе тренерского штаба. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Покормите наших гостей. Хорошо. Садись. Садись. Да, я немножко съем. Овощную? Лапшичку? Не, я не буду это. Мне котлеточку вот эту вот с капустой. В Нижнекамске он один. Супруга давно перестала ездить с ним. Не так-то это просто, из года в год менять место жительства. В квартире просторно. Пока он жил в Астане, хоккеисты просили продать им эти 120 квадратных метров. В городе таких элитных домов больше нет. В магазине там не так много. Беру что там, сосиски на утро там, может быть, творог какой-нибудь, да. Не, ну а что, она нормальная, в принципе, квартира. Но продавать квартиру никому не стал. У него в Нижнекамске еще планы, можно сказать, наполеоновские. И кто знает, может быть, здесь нет преувеличения. Владимир Крикунов признался, что будет тренировать еще 2 года. Так что берегитесь, гранды Востока. Мне хотелось бы, чтобы Нижнекамск хотя бы один-единственный. Конечно, хотел, чтобы не один-единственный раз, но хотя бы выиграть медали, да? Для этого города, потому что я здесь как бы много уже и отработал. Поэтому хотелось бы, чтобы вот так вот. В конце как бы это, своей карьеры выиграть медаль какую-то хотя бы для нижнекамского народа, для этого, да, для комбината, для ребят, для команды, для этой, чтобы осталась память такая.